Вот, но активисты нашего движения работают с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы собираем подписи в защиту нерожденных детей, то есть за запрет, законодательный запрет абортов в нашей стране. В основном православных, скорее. Его организаторами являемся мы, активисты общественного движения «За жизнь», да, Волгоградской области, муниципальное учреждение культуры, Дом культуры «Патриот», вот, и при поддержке Комитета по делам молодежи и туризма администрации Волгограда. Праздник будет состоять из концертной программы с участием творческих коллективов ДК «Патриот». Далее у нас начнется интерактивная дискотека с профессиональными ведущими, аниматорами. Вот, будут игры, конкурсы и подарки от наших спонсоров и партнеров. Хотелось бы, конечно, в первую очередь собрать побольше подписей за запрет абортов в России. Вот. Во-вторых, конечно, увидеть счастливые лица детей, потому что этот праздник мы делаем для них. И достучаться до сердец людей, чтобы они поняли, что дети – это счастье, и что нерожденных детей тоже нужно защищать, их права. Если они еще, как говорится, в утробах матерей своих, то это не значит, что это не человек. Нужно в первую очередь донести до людей именно вот это. Да, ну, готовились мы, можно сказать, быстро к этому празднику. Собирали творческий коллектив, писали письма, но это все комитет по делам молодежи делал. Вот, наши активисты подготавливали волонтеров, которые будут работать сегодня. Вот, ну, конечно, переживаю, волнуюсь, хочется, чтобы все прошло хорошо, вот, на высшем уровне, и чтобы пришло как можно больше народу, и как бы, чтобы присутствовали дети, которые порадовались бы, искренне порадовались на этот праздник. Да, такие акции, конечно, нужны. И их нужно организовывать как можно больше, для того, чтобы люди, во-первых, узнавали, что есть такое, вообще существует такое движение «За жизнь», чем мы занимаемся. И наша задача не только сбор подписей, мы работаем в различных направлениях. Вот, и об этом можно узнать и подробнее почитать в социальных сетях. И, конечно же, на таких акциях люди знакомятся друг с другом, общественные организации, да, некоммерческие организации, находятся еще новые волонтеры, готовые присоединиться к нам, новые партнеры, новые спонсоры. И поэтому эти мероприятия нужно организовывать как можно чаще и как можно лучше. Thank you.
высоко в небеса и исполняет все наши желания. А вас, дорогие ребята, с праздником мы поздравляем! Сегодняшнее мероприятие состоялось при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, а также общественного движения в защиту жизни и семейных ценностей. Мир за предоставленные светильники для детской комнаты. Свои подарки. Куда идти? Мужчины, которые так любят тянуть свои ручки, лопать пузырики, вы не переживайте, мы к вам подойдем, дотянем до вас эти сардельки огромные. Нам мне надо уходить подальше, а то я стану его частью. Так, друзья, больше криков, больше пузырь, поехали! Пробуем еще. Круче всех, у тебя все получится. И с пузырями у нас тоже все получится. Симка, сдаю, девчонок и правда больше. Ребята, вы слышали, что вы все знаете? Да. С кем работает? Не помнишь, так, давай Симку, по-моему, другого. Смотри, как тянет ручку. Да, только давай, кем работает? Ремонтником ноль. Нет, неправильно. Мне тоже кажется, что неправильно. Так, подождите. Так, ну как? Давай. Журналист. Правильно, журналистом здесь вперед ответили. Молодец, как тебя зовут? Неля. Неля очень большая, молодец. Так, Симка, будешь задавать вопросы? Давай, Налик, ты задавай. Давай. В какой предмет превращаются фиксики, когда видят людей? Так, какая? Налик, мне так сюда. Фиксики. Вентилятор. Вентилятор. Вентилятор, вентилятор, вентилятор. Я собрался.